Заходишь в Roblox и видишь бешеный курс на робоксы? Я... Тебе нужны рубаксы? Тогда тебе на сайт rbx.km. Видь на нем. Выгодный курс, очень быстрая выдача, которая после оплаты идет за 0,01 секунду, и это реально проверено в моем видосике. Также rbx.com проводит розыгрыши рубаксов в группе ВКонтакте и в Дискорде. Также помни, что единственный домен сайта rbx.com. Остерегайся мошеннических сайтов. Приятнейшего просмотра. Огромный привет, вас на связи, Вадимос. Сразу же начинаем, потому что много чего, чтобы не забыть. Поэтому лайкосик и приятного просмотра. Полетели. Значит, смотри, во-первых, доброе утро. Во-вторых, что у нас здесь происходит? Вот знаете, иногда так начинаешь снимать видео и... Excuse me, what the fuck? Ладно. Окей, хорошо. Я вас понял. Так, значит, смотрите, друзья. Вот такое интересное начало. К чему бы это значило? В общем, что могу сказать? Обновление. У нас хэллоуинское до сих пор не вышло. Возможно, это знак. Возможно, нет. Ну ладно. Какой-то новый баг. Поэтому, если это реально баг, везде у всех будет. А нет, скорее всего, сегодня что-то выпустит. Так что, в любом случае, ему придется зайти в Бисфарм. Но, и еще помним, что еще не вечер. Так что, время есть. Что сегодня прогнозирую? Ну, по обнове, честно говоря, может кодик. А может вообще ничего. Ну, у нас есть 11 число, если зайти на Википедию, можешь сам зайти посмотреть. Там написано, что 11 числа выходят паки, такие вот дела. Так что вот, друзья. Кстати, ребят, это у всех баг, это с грибами баг, поэтому да-да-да, хаос. То есть, это реально не только у меня, сейчас вам покажу. Видите, как интересно? Снимаешь одно, а по итогу получается вообще другое. Но в этом-то и суть уникальности канала. Вот видите, смотрите, вот вам Дискорд. Пожалуйста. Вот такая вот интересная вещь происходит. Ну, видимо, знаете, Roblox специально сломался, чтобы Аннет зашел в Roblox Studio и глядит, что-то нам сделал, друзья. Вот. Пишите радость в свои комментарии, потому что если что-то в Бисфарме сломалось, и это само по себе не справится, Аннету воля-неволя придется на 1 ноября. Всех пацанов с праздником. Держимся, начинаем, пацаны. Держаться. Мы же продержимся, конечно, да. Вот. Так что всем сил. Так сказать. Так вот, что сказать, ребятки. Аннет точно, когда какая-то всячина происходит странная, возвращается в Roblox Studio. Поэтому вот. Это нам большой плюс. Это, конечно, смешно выглядит. Но Аннету придется, как он писал тогда, помните, были баги с мобами, что они стояли на месте. Так вот, он написал, эти чертовы мобы заставили меня вернуться в комьюнити и писать в чате. И сделать обнову. То есть... Вышел тогда код, вышла тогда обнова небольшая. Так что уже что-то сегодня ожидаем, если это само по себе не справится. Поэтому хорошие для вас новости, наверное. Но если что, 11 числа ноября все увидим. В любом случае, Черная Пятница покажет о себе. Осталось буквально сколько? А, ну да, это неделя следующая, уже Черная Пятница, представьте. Просто это неделя следующая, и уже почти середина прошла ноября. Совсем скоро зима. Такие дела. Ладненько, вот такое вот веселое, интересное, позитивное с утра видео получилось. Желаю вам счастья, здравия, позитива, собственно, хорошего месяца, недельки, года, что там еще. В общем, вот так вот все получилось, клево. Что ж, буду вас информировать, поэтому колокольчик приветствуется, подписочка тоже. А все остальное можно посмотреть в описании. Все, закрепленный комментарий посмотри. Видосики, если не смотрел какие-нибудь, тоже посмотри, может что-то интересное найдешь. Стримчик сегодня, по идее, будет, потому что, ну, 31-го отдохнул. Все, увидимся в новых видео. Досмотрели, респект, уважение, плюс. И Аннет что-нибудь точно напишет, если это не справят. С... да. Уважением, Феникс Рулокс. Увидимся.